Детей и юношей.
Ты! Встречаем аплодисментами! Спасибо. Что ли, друзья? Новый солистка детского вокального коллектива «Фортуна» культурно-досугового центра «Мир». Ваши аплодисменты. Посмотри на дроби, миллион.
Друзья, ваши аплодисменты. Давайте проявим наше катурское гостеприимство и будем сразу артистов. Ой, как здорово! Спасибо вам огромное. Итак, друзья, встречаем Екатерина Денисова на нашей сцене. Очень понравился, поэтому мы вновь приглашаем Денис Нацибулин, солист коллектива эстрадного гения «Акцент», культурно-досуговый центр «Мир», руководитель коллектива Любовь Ширяева. Встречайте, друзья! Над морем ветер молодой поклонился хлебом, солью, празднику долой. Как в букет простых ромашек песня хороша и гуляет нараспашку русская душа. Гуляй, Россия, гуляй красиво, а мне по сердцу характер твой. Кому на зависть, кому на диво. Щедрый стол накрыт, богато, удаль и размах. И
Наша крылата на семи ветрах. Всем друзьям тут хватит места, некогда тут жить. Будем вместе, будут песни, значит, будем жить. Гуляй, Россия, гуляй красиво, а мне по сердцу хорят и твой. Кому на зависть, кому на диво. Ваши аплодисменты.
настоящая история любви на Котовской сцене, на фестивале Котовской неваляшки. Дорогие наши, спасибо вам большое. Настоящий праздник танцевальный, хореографический нам подарили. А я еще раз под аплодисменты наших зрителей очень хочу в виде благодарности вручить вам, ребят, диплом участника Лавушин Иван, студент ТБТУ имени Державина. Молодец, это абсолютно точно. Посмотрите, какие овации, друзья. И Денисова Екатерина Алексеевна, преподаватель детской школы искусств номер 3 города Тамбова. И такие же друзья, аплодисменты. И подарки от спонсоров нашего фестиваля. Спасибо большое.